Добрый день всем, вас приветствует меховое ателье. И у нас в работе вот такая кожаная куртка. Все в ней хорошо, но вот так вот, вроде бы как и не разрыв, но стерли кожу, верхний слой весь кожаный, видите. И как бы на груди это достаточно видно при носке. Поэтому наша задача сделать фальш-карман. То есть такой же карман, как здесь, в рамочку, но только создать его на груди, чтобы закрыть это пятно, эту потертость. Готовый результат нашей работы. Теперь у нас вот такой кармашек в рамочку. Подобрали кожу по тону, молнию. Здесь обманка, мешковины нет, то есть мы закрыли это пятно. Неудобно одной рукой застегивать. Подобрали бегунок и молнию, очень похожую, близкую. Конечно, Лагерфельд надписи нет, но тем не менее. Очень похожая издалека молния.